Здравствуйте! Подпишитесь, ставьте лайк. Вот, вот такой мне надо лайк. Ну, пожалуйста, прошу. Ну, так, тубиц, спасибо за подарки. Пришли, пришли. Ой, как быстро пришли. Вот смотрите, ой, какой красивый. Нет, реально мне понравилось. Ну, я хотел вот это, чтобы было прям... Ну, прям светился, понимаете? Так, вот. Кстати, значок. Да, значок отдельно. В общем, с компании SDEC пришел, с Новосибирска. Как это все? Почему мне подарок? Вы знаете, просто так никто подарки не дарит. Да, я просто снял обзор на YouTube. И просто что, как делать, и типа такое, там, как, например, найти маршрут, как составить маршрут на карте, как найти какой маршрут, ну, автобус куда ходит и так далее. И значит, я задал вопрос Тугису, что как, надо что-то добавить, надо что-то сделать. Ну, они мне ответили. Ну, естественно, ответили, да. И я просто отправил, то есть я для вас снял обзор. Они, конечно, удивились. Ну, как-то я сам тоже удивился. За 9 лет в YouTube мне никто не дарил подарки. А тут такая щедрость. Не, реально, это круто же. Просто, я, кстати, вы тоже можете получить подарки. Для этого надо на карте. Что надо делать? Просто сфотографировать здание, компании, писать отзывы. Третий у нас подарок. Это термостакан. Каждый город как свой. Так, вот. Термокружка. Размер, высота 132, диаметр 68 мм. Материал нержавеющая сталь. Полипролилен. Вес 161 грамм. Любишь брать напитки с собой? Тогда тебе пригодится эта стильная термокружка. У нее двойные стенки, внутри пластик, а снаружи нержавеющая сталь и пробковая отделка для красоты. Сохранять напитки теплыми до 3 часов, прохладными до 6 часов. Нержавеющая, ну, сталь, это вообще дорогие удовольствия. Спасибо, конечно. Тугис, зачем это все? Я очень рад, то есть реально, когда вы просто написали мне, что вы подарите мне подарки, мне просто захотелось плакать. Никакая компания ни мне не дарила за 9 лет в YouTube. А поверьте мне, я более 50 компаний делал обзоры, как вы. Как можно так? Тугис, вы просто... Я не забуду этот подарок, я буду всю жизнь до своей... Спасибо. Так, вот. Так, вот прям надпись хороший, такой богатый, что я работал в Тугисе. Классно, и тут прям, не, спасибо, благодарю. Ожидание было меньше, реально. То, что, что там подарят, футболку, а тут добавили, нет. Тугис, я буду любить тебя всю жизнь, реально. Кстати, Тугис помогает мне, знаете, на хлеб заработать. Я же работал курьером, я должен не забывать. Подпишитесь, ставьте лайк. Если вы посмотрели это видео до конца, я очень рад.